Конец второго раунда. Судьи принимают решение, а мы громко аплодируем. Отважно, девушка! Друзья, я напомню, в октагоне девушки, где ваша поддержка? Почему так тихо? Попробуем. К сожалению, все время оставаться в эфире вряд ли получится, но постараемся. Турнир проходит Москва. Болотная набережная. Клуб Red. Давай, давай, давай!
всего рост 171 сантиметр, вес 61,2 килограмм. Его профессиональный рекорд. Одна победа и одно поражение. Представляет клуб Fight Club LT, город Москва, синий угол. Его соперник в красном углу бойцу 20 лет, его рост 171 см, вес 61,2 кг. Его профессиональный рекорд 3 победы без поражений представляет Одинцовский клуб «Единоборств». Одинцова, красный угол, Николай Крисматов! Формула боя 3 раунда по 5 минут. Бойцы на середину. Главное событие сегодняшнего вечера. И этот бой такой. Знаете правила, не нарушайте. Значит, слушайте мои команды. Уважайте друг друга и показывайте красивый, честный поединок. Поднимите руки. Ура, погнали. Давай, Коля. Первый раунд! Алексей Ватанов и Николай Крисматов. Друзья, сейчас просто нельзя молчать! Для награждения победителя в октагон приглашаем Сабрину. Итак, друзья, разрешите мне объявить результат чемпионского боя. И чемпионом в легчайшей весовой категории 61,2 становится боец, представляющий синий угол. Ваши аплодисменты! Друзья, ваши громкие аплодисменты! Новый чемпион перед нами! Спасибо, кто пришел поддержать меня, других бойцов, Колю Крисмакова. Именно эти слова в этот момент я хотел бы адресовать одному человеку. Ровно год назад, в феврале месяце 2017 года, я дебютировал по профессионалам и проиграл ее властным решением. И в этот день, ровно год спустя, я вышел в подпись, ассоциирующийся с этим человеком. И
наш бой был рефери. Это тренер этого спортсмена Саша Колесников. И хотел бы посвятить эту победу своему чеченскому другу Мансуру Денилханову. Спасибо. Друзья, ваши громкие аплодисменты. Наш новый чемпион Алексей Ватанов! Празднуй свою победу! Друзья, мы благодарим всех и каждого из вас. С каждым разом становится все больше. Приходите на наше мероприятие. Любите спорт. Там LG сегодня 21+, поехали. Тут подделка.